О-оу. Она что, будет за мной сейчас охотиться? А, вот она, вот она! Вот она! Где это я? Где это я? Ничего не понимаю. Так. Оба-на. Да это же какая-то детская комната. И что я здесь делаю? Что вообще происходит? Надо разобраться. Ариш, как ты думаешь, что здесь происходит? Папа, мы попали в какую-то детскую комнату. А я видел в названии, что это плохая кукла Долли какая-то здесь. Давай сбежим. Давай. Хорошие денечки. С каналом. Папа. И дочки. И все, прыгаем. Оба-на, смотри, какой компьютер большой. С компьютером какая-то фигня. Я совсем маленький. Давай потопчемся по клавиатуре. Давай наберем. Подпишись на канал Папа и Дочки Геймс. Поставь лайк. Ребят, успейте поставить лайк за 3 секунды. 1, 2, 3. Молодцы, кто успел. Ты конфетку собрала, я тут внизу. Где? Прыгай вниз. Опа, вот здесь конфета лежит. Ты мимо пошла. Арине конфеты не нужны. Самолетик. Самолетик, тут какие-то еще штучки, печеньки вкусные. И написан вход, а там еще конфетка. Иду съесть конфетку. Оба-на, кошка что-то говорит. Насыпь ей корма. Я корм кошки. Нет, не хочу быть кормом кошки. Аришка, давай. Залазь в кружку. Ребята, чай с Аришкой. Так, а ты с другой стороны пришла? А, ну да. Ты оттуда пришла, я оттуда. Ладно, смотри, стрелки показывают идти вот сюда. Так. Конфетка внутри. Вау. Вкусная. Так, пошли. Так, здесь яма. В яму не пойду, пойду наверх. Да, потом в яму пойдем. О, ванна, искупаюсь. У-ху, чистый. Это, кстати, просто кукольный домик, ребята. А мы в нем маленькие человечки. И давай прыгаем вниз. У-ху, подвал кукольного домика. Никто не знает, что там, а мы сейчас все узнаем. Папа, смотри, картинка. Картинка? Какая она... Ой, мы ее видели в другом видео. Мы с Витой убегали, побег был. Обязательно его посмотрите, кто не смотрел. Там картинка была у полицейского, вот такая вот картинка, видимо, его дочки. Ой, классно. Да, так, тут дверки. Пройти невозможно, перепрыгиваем. А как я в самый конец так? Не знаю, в самое начало ты. И здесь нет, нужно прыгать. Нет, в самом конце погибла. Какая девочка вон сидит, смотрите. И давай, Аришка, тебя не жалко, прыгай. Не. Ладно, тогда я пойду. О, чекпоинт сразу. Где это мы? Какая-то конфетная классная штука. Ты уже поскакала вперед? Да. Давай, я догоняю тебя. Ой, надо было паркур проходить. А, ты уже сзади. Пошла вперед, но оказалась сзади меня. Так, здесь перепрыгиваем, здесь идем по какой-то штучке. Это чайничек, это... Я по печенькам, по кружкам. Тип звездочки, какой-то вон клоун торчит. Так, сохранился. И прыгать вниз, ладно. Ничего не понимаю. Стрелка показывает одна туда, другая сюда. Подожди меня. Ладно, я вот на этой штуке тебя подожду. Ариш, ты где? Я иду. А вот я, Аришка. Привет. Приветик. Идем по этим игрушечкам. Вот какая-то, по-моему, какая-то небольшое замедление гравитации. Чекпоинт, ура! Проходим. Не понимаю, почему здесь... Это шоколад, ребятки. Мы идем, где вокруг жидкий шоколад. И чувствую, если в него попасть, то погибнет. Наверное, это горячий шоколад. Горячий жидкий шоколад, да. Так, подарок распластался. Давай, Аришка, давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой! Фух! Прикольно тут. О, конфетка! Чё? Я упала. Здесь куда-то я иду, непонятно. Ладно, возвращайся Ой, обратно. Ой, мороженое. Где? Вот это мороженое, мы по мороженому ходим. А, это большое мороженое, точно! Это точно! Осторожно, тут может перерубить чупа-чупсом. Ай! Есть два варианта, либо проходить, когда он тут ушел. Либо перепрыгивать, когда он еще не появился. А это какие-то поп-кейки. Есть чекпоинт, подожду Аришку. Где-то она там, вон она, ребят, скачет. Пробежала, отлично. Так, еще одно препятствие сейчас будет. Фух. Прошла, молодец. Теперь прыгает сюда. Поддержим Аришку. Ура! Есть! Так, здесь заберем еще одну конфеточку.
Здесь я перепрыгнул. Дальше идем. Уже 5 конфет я нашел. Обалдеть. В самый последний момент я провалился в горячий шоколад. Прошло. Проехало. Прыжок. Все, ребята. Кажется, это выход. Огромный. Нечаянно погибло. Мне заново проходить. Да тут недалеко. А вот и Долли. Как-то я не знаю, я опасаюсь ее. Ладно, я подожду Аришку, страшно. Обойду домик по кругу, вдруг здесь конфеты лежат. В общем, сзади домика я прошел, ничего интересного тут нет. Сейчас Ариша придет к входу, и мы пойдем смотреть, что там за Долли. И где дочь? Дочь? А, вон она. И вот она, пойдем в домик. Заходим, и тут вот она сидит. Я, давай с ней сфотаемся, иди сюда, иди. У нее какие-то, правда, огромные хвостики, ну да ладно. Так, мы здесь были. Мы в прошлый раз были, ее здесь не было. Так, пойдем на второй этаж. Здесь ничего не изменилось. Это что, лабиринт? Не знаю, может, домик переставили. Мы стали еще меньше. Тогда я в ванне стоял, был побольше, а сейчас стал еще меньше. Ты в яму провалилась? Да. Снова в эту же яму. Тут картина. По-моему, тут то же самое. А, нет. Это другой сказочный проход какой-то. Красная кнопочка появилась. Так, смотри. Долли спустилась. О-оу. Она что, будет за мной сейчас охотиться? А, вот она, вот она, вот она! Вот она, вот она! О, вот! Как только нажмешь красную кнопочку, она начнет летать и своими волосами драться. Еще нажал кнопочку. Так, она там снаружи, как мне выйти? Я в ловушке! Так, попробую проскочить. Есть, я выскочил! Она застряла, ура! Здесь конфетка еще одна. Смотрите, здесь какое-то представление. Нет, это просто комнатка. Пойду сюда, проверю, жду, пока Аришка появится. И сейчас нажму кнопку. И вот еще какое-то представление. Тоже непонятно, ладно. И зайду вот в эту комнатку. Чикс. Зашел. Ничего не понимаю, здесь тоже тупик. Ариш, я пока не понимаю, что происходит. Что такое? За тобой охотится? Да. Так, у меня уже 6 конфеток. У меня тоже. Пап, куда надо вообще идти? Я не знаю, я заблудился. Теперь мы в конец потерялись. Я там вроде все нажал. Вот она, эта Доля там. Страшная. Так, возвращаюсь обратно. И там снова яма открылась. И тут конфетка, надо обязательно взять перед ямкой. Все, я в яму. Меня телепортануло куда-то. Здесь всякие карусели. Жду тебя. Ура! Ура, Ришка пришла. Пойдем кататься на карусельках. Что, ты мимо промазала? Да, я в кофе упала. Как ты неудачно прокатилась на карусельках. Все, я... А, тут ничего сложного, в принципе. Надо просто подгадать момент, когда нужно прыгнуть, и все. Не забыть конфетку забрать. Эх, погнался за конфеткой и погиб. Ладно, тогда буду идти по этой штуке. Я хитрец. Конфеточку надо не забирать. Ау! Да что ж такое-то? А конфеты обязательно собирать? Не знаю. Если их, наверное, собрать, что-то будет, а может ничего не будет. Я хотел бы съесть конфетку. Ой, она сама соберется. Да. Зачем я подпрыгнул лишний раз? Все, сейчас. Сейчас я уже точно пройду. Все, не прыгать, ничего не предпринимать. Просто она прикатит меня, и я прыгаю. Хоп, готово. Чекпоинт, жду Аришку. Ура, Аришка пришла, да. Ой, это что за штука? Не, я пойду лучше обратно. Здесь какая-то крутится, и тут еще пытаются тебя срезать лунные серпы какие-то. Я не знаю, я буду сейчас просто идти, на всякий случай, может быть, пройду. Может быть, меня ничто не прирежет. Просто буду бежать и бежать и прибежал. Фу. Дочь, как у тебя дела там? Все плохо. Это плохо, что все плохо. Мы уже почти к концу пришли. Ребятки, к сожалению, Аришки игра вылетела, поэтому мы будем проходить чисто моим персонажем. Все, сейчас постараемся пройти максимально быстро.
Так, какие-то штуковины крутятся. Раз, два, три, четыре. Какие-то серпы летают. Как ты думаешь, что это такое вообще? Я не знаю. Все, главное не попасться никаким серпам. Просто бегу. Мне перед глазами мелькнуло страшно, но я просто, ребят, видите, я даже не настраивался ни на что, я просто бегу и все. 9-я конфетка. Класс, скоро будет 10-я. Да, интересно, что-то дадут или просто бейдж может какой-нибудь. У-у-у-у. Сохраняюсь. И... Серп. 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 Ой, что-то мне подстриг, походу, он голову. Сейчас подожду, промелькнет. Отлично. Прошел, сохранился. Какие-то летающие... Диваны. Летающие диваны! Дом какой-то Дискорда из пони. Дискорда из пони? Да. Опа, я сюда встал. Слушай, здесь какой-то лабиринт. Все крутится. Стрелка одна показывает туда, другая показывает сюда. Так, дальше сейчас. И что, дальше на кровать, что ли? Да. А с кровати на картину? Да. С картины на картину? Да. Чекпоинт, сейчас я залезу вот на рояль. А может не надо на рояль? Почему? Не знаю. О, конфета 10-я на рояль точно надо было. Йо-ху! Так, на картину надо прыгнуть. Чекпоинт, ура! Теперь не так страшно, не придется заново идти. Дверь перевертыш. Сюда-сюда и сохранились. Есть! Махача с Доли! У нее 1000 жизней! Привет, красотка! У нее, заметь, у нее голова, ребята, на месте, а сама она... я мажу. Я что-то промазываю. Вот, все. Ой-ой-ой-ой, что-то падает на меня. Так, а давайте-ка от первому лицу. А сама она не шевелится. Какие-то конфеты падают в огромных количествах. Подумаю, что меня это не заденет. Давай, 150, 100, 80, 50 и 10. Есть! Что-то из нее душа какая-то вырывается, что ли? Злая душа из куклы Доли. Нас снесло взрывной волной. Так. Ой. Мне не нравится поворот ее головы. Что-то я радуюсь, там прыгаю. Ура, ура, ура. И что, куда идти? Может, она добрая стала? Не знаю. Пришел я отсюда? Да, надо идти туда. И... Эй! От первого лица, может? Нет, ничего не происходит. А, туда я пришел. Чуть-чуть осталось. Чекпоинт. И... Провал опять в яму. Я в этой же комнате, только теперь я большой. Смотрите, ребят, я заходил вон в ту комнатку. Вон туда я заходил, я стал нормального размера. Отправиться на старт. Аришка, что-то наверху еще, да? И портал куда-то. А, в водную игру. Друзья, мы сбежали, а вы сегодня были на канале Папа и Дочки Геймс. С вами сегодня были папа и я, дочка Ариша. Откуда у нас такие футболки? Сейчас узнаете. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока. В нашем крутом магазине все больше и больше коллекций разной одежды и аксессуаров от папы и дочек. Давай посмотрим новинки. Толстовка Папа и Дочки яркие. Папа и Дочки джойстики. Футболка Папа и Дочки яркие. Толстовка Папа и Дочки с джойстиками, в которой вы сами можете выбирать цвет. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку Папа и Дочки яркие. Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбираете здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества. Посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так: papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда Папа и Дочки. Кстати, такой мерч — это крутой подарок на день рождения.